Здравствуйте, уважаемые участники Golden Time. Я Наталья Жижко, художник, и мне посчастливилось оценивать ваши работы в гранд-финале. Очень нелегкая оказалась эта работа, так как много творческих, интересных и креативных работ. В этот раз в гранд-финале работы особенно хороши. Порадовало то, что так много талантливых художников, и уровень вашего мастерства заметно вырос. В сегодняшнем обзоре я хочу выделить художников, чьи работы мне понравились больше всего. Итак, начнем с самых маленьких. Юлиана Костенко, Стетнина Ангелина и Анна Авдеева. Вы все большие умнички, и не смогла выделить кого-то одного. Ева Уманска, интересная работа. Лиза Лоран, чудесная работа. Анастасия Чистякова, браво, прекрасная работа. Екатерина Долголева, многогранная, интересная работа. Денис Мацеевский, браво. Папушай Виктория, очень милая и трогательная работа. Алла Кострова, живая работа, прекрасно. Петр Мавшов, замечательная работа. Даша Никитюк, умничка. Юлия Ветлугина, очень красивые работы. Анастасия Картанова, браво, чудесная работа. Богдана Пантелеймон, прекрасный пейзаж. Благодарю всех участников. Я получила большое удовольствие, просматривая ваши работы. Всем дальнейших успехов, творческого вдохновения. До новых встреч. С любовью. Ваша Наталья Жижко.